Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь, как получить точно такие же наушники абсолютно бесплатно. Мне неоднократно писали подписчики и зрители канала, типа, йоу, Илюха, там видел, Иллари, нанопоц есть такие наушники, и, типа, их все хвалят, действительно ли они такие хорошие. Да, видел, но у меня есть штучка покруче. У меня для вас спорт-версия, вообще нафиг наглухо, типа, водонепроницаемые и все педали. А предоставили эти наушнички мне магазин Инспектор Гаджетс, который уже не первый год, как говорится, дает мне всякие новые интересные гаджетсы. Не зря же он Инспектор Гаджетс. В общем, магазин клевый, и со всем ассортиментом ты можешь ознакомиться по ссылке в описании. Наушники, давай смотреть, действительно ли они водонепроницаемые. На коробке уже нам демонстрируется, как выглядят эти наушники, и написано IP67, то есть эти наушники полностью вглухую влагозащищенные, о чем нам демонстрирует вот эта, значит, влажная мокрая женщина. Погрузиться в музыку, общение и даже в воду. Вот так заходит. Кто куда заходит? Выйдите, пожалуйста. Кстати, здесь имеется маленькая сносочка натуральный размер. То есть, как они отображены на упаковке, такие они и в реале. Также написано, что они водонепроницаемые, беспроводные наушники с Hi-Fi стерео. И работают эти наушники по Bluetooth 5.0. То есть, это тот Bluetooth, который уже нового поколения, который работает на расстоянии до 100 метров. Это вам не 4, 1, 2 и там тому подобное. И также здесь есть магнитный кейс с зарядкой. Все педали, значит, здесь у нас спецификация, какой Bluetooth у нас используется, профили, по которым будут работать данные наушники, от 20 Гц до 20 кГц, 20 тысяч Гц получается. В каждом наушнике у нас по 50 мА, а в кейсе у нас 250. То есть, грубо говоря, если они работают, как здесь написано, 3,5 часа в прослушивании музыки, каждый да, получается, их можно заряжать 3 раза. Ну, из кейса 2, 2,5. Вот так вот. То есть в сумме получается у вас 11 часов, 10 часов прослушивания музыки. Нормально, в принципе. Ну, как и все такие подобные Bluetooth наушники. Смотрим, что внутри. Коробочка. Что в коробочке, правильно? Куда как не сюда приходить, блин, за распаковками. Это ж канал с распаковками, правильно? Текс. Упс. Текс. Ага. Магия Apple присутствует. Ну, так же и, да, называют так вот. Неоткрываемые коробки. Ладно, поможем. Ага. Ни хрена себе здесь. Это Талмуд. Серьезно, на английском, русском, немецком, французском, испанском, итальянском, латвийском, литовском. Вот так вот. То есть мануал, блин, на всех языках мира. Ладно, это надо почитать, потому что нужно знать, как все это дело коннектить. Также здесь небольшой проспект. Smart Gadget for Happy Life, Smart Sound, Smart Family, Smart Protection и тому подобное. И маленький проспект того, что, в общем, производит данная компания Иллари. Правильно, да, я читаю? Иллари. И еще, значит, гарантийный талон от этой компании. Такие маленькие они. О, вот так вот, с размером зажигалку. Как те вот MyDrops были, только там по бокам все это дело вставлялось, здесь это все в кейсе. Так, что в коробочках? Надо же знать, что в коробочках. А в коробочках у нас две запасных пары амбушюр, но они их еще и разные размеров, если вам не подойдут стандартные, которые, собственно, на самих наушниках. И небольшой кабель микро-USB для зарядки кейса с нашими наушниками. По кейсу здесь все аскетично просто. Здесь надпись Иллари Sports и, значит, у нас гнездо для зарядки по микро-USB и индикация той самой зарядки нашего кейса. Ну, давайте заглянем внутрь. Плотненько, но не как твой бывший. Что, первое открытие, что ли? О, слушайте, а красиво сделаны. Посмотрите, какой у них материал сбоку такой, немножко шершавый, что ли. Так, у нас на каждой трубке, на каждом ухе находится, значит, по трубке. Следовательно, данные наушники работают отдельностью друг от друга. То есть вы можете их использовать и как гарнитуру, например, ведя машину, да. И у нас, значит, так, имеется дальше две контактных базы, что, собственно, позволяет заряжаться нашим наушникам. И у нас вот такие вот амбушюры. Опять же, повторяюсь, если вам не заходят те самые амбушюры, которые установлены по стандарту, вы можете воспользоваться двумя другими, которые идут в комплекте. И имеется вот этот вот маленький Г-образный, скажем, такой козелочек, который цепляется за внутреннюю часть ушей. Это уже, скажем, не новая штука, я уже встречал во многих наушниках. И это очень классная реализация без вот этой тупой, блин, заушной фигни. Меня бесит просто, блин. Так, и здесь, в принципе, у нас в каждом наушнике по микрофону. Опять же, говорю, что если вы хотите использовать один наушник, любой абсолютно берете и подключаете, используйте как гарнитуру. Окей, так, включаем, парим, да?
круто. Они говорят по-русски, то есть они говорят мне нано-подс, видеосопряжение, правый канал, сопряжение, левый канал. То есть они тут же нашлись и объединились в пару. И русскоговорящая женщина мне сказала, что чувак, ты можешь подключаться по Bluetooth. И да, кстати, загорелся индикатор о том, что наши наушники ждут, пока мы их, собственно, спарим. Ну, давайте парить. Так, только что наушник мне сказал, сопряжение завершено. По-русски, приятным таким голосом. Может, это... Может, вот эта женщина это озвучивала, нет? Дарья с модель, нет? Ну, может быть, она нет. Так, и все просто. У нас эти наушнички вот таким вот образом цепляются. И вот для чего нужен тот самый козелочек, который за вот эту часть уха цепляется, чтобы они не вылетали. Так, кстати, здесь... Ого! Очень хорошая звукоизоляция. Вот это классно. Написано также, что подключено для телефонных вызовов и воспроизведения медиа и заряд 100%. То есть все у нас еще отображается с процентажом, насколько заряжены наши наушники. Очень хорошо здесь рок слушается. Достаточно громкие наушники. Сейчас. Хорошая здесь басовая составляющая, она не сильно выпирающая, но достаточно ощущается вот эта вот подушка, которая, как говорится, сопутствует вашему звучанию трека. А середина, как мне показалось, середины здесь мало, не хватает. Верхов достаточно, а вот серединку, все это, в принципе, можно подправить эквализацией, но первое ощущение вот именно на роке, басовая хорошая, верха хорошие, середина как будто бы куда-то немножко съехала ниже. Ладно, окей, что-нибудь сейчас другое послушаю. Но так звучит прям классно. То есть эквализации нужно подтянуть, а по звуку прям шуба-дуба. Да. Это, видимо, свойственно именно вот этим наушникам, потому что, блин, вот плотно сидят хорошо. То есть закрывай, я только в себя внутри, как говорится, очередной коробки свой голос слышу. А так хрен что слышно, что вокруг происходит. Изоляция хорошая. В общем, это свойственно данным наушникам. И эти наушники звучат, как я и сказал ранее, именно с хорошим басом, с немножко проваленной серединой и верхами. Но звучание, в принципе, достойное. То есть не скажу, что это прям вау, там хорец, который стоит 30 тысяч, но за свои бабки эти наушники играют нормально. И плюс еще у них фишка, то что они, блин, водонепроницаемые. Но мы же их сейчас давайте попробуем утопим, да? Утопим? Ну утопим же, да? Странно, очень странно. Вот. Озик, красавчик, конечно. На произведении Miracle Man Озика, Ози Осборна имеется в виду, здесь совершенно другая картина. Здесь, наоборот, середина появилась, и в верхах угадка, как говорится. То есть, мне кажется, что еще данные наушники цепляются по разным кодекам. И какой уж, как говорится, ваш смартфон автоматом подвяжут сюда. Это будет SBC кодек, это будет и APTX, APTX, ни хрен его знает. Ну, не все как бы смарты могут по HD работать. Но, опять же, зависит еще, по какому кодеку будут лупашить данные наушники. Ну, вот, как говорится, в другом произведении я ожидал одно, а они выдали абсолютно по-другому. Ну, вот так. А! Самое интересное, это проверить, есть ли задержка при просмотре видосов на YouTube, потому что мне многие пишут, чувак, ты вот эти все наушники обозреваешь, а нам очень важно, работают ли они одновременно с, собственно, видеороликом, идет ли звук с задержкой, либо все, как говорится, как шуба-дуба, как должно быть. Ну, смотрим. Чтоб не быть голословным, пожалуйста, в онлайне, скажем так, вам продемонстрирую. Да, вот так. Изменили в отличие от пятой версии. Они поменяли код. Ну, вот как-то так. И наушники, кстати, по динамике очень достойные. По сути дела, послушал ты музончик сюда вот так вот, раз одни наушнички, вот так вот два вторые, и все это дело у нас загорелось. Кнопочку нажали, и у нас два наушника, собственно, загорелись. Индикатор того, что у нас все это дело заряжается. Все, и убрал. Вот настолько маленькой упаковке, да, скажем, да, в маленьком кредле находятся данные наушники. Просто вот, я не знаю, в карман можно, в маленький кармашек джинс можно убрать. Они очень маленькие и действительно компактные. По звуку, еще раз говорю, есть нюансы по эквализации, но по чистоте, по качеству звучания здесь все классно. Ну и, как говорится, все это лирика. Пст, не мешки ворочать. Давайте мы попробуем все-таки утопим. В них же, блин, типа можно купаться. Нам на коробке написали, что в них можно даже плаванием заниматься, там все что угодно. Давай проверять. Итак, уши.
Тара. Ну и вода. Товар за 2 бакса, помнишь еще, да? Помнишь? Буду скоро, да. Прям вот так их работающими туда и бросаем. Сдохнут они, не сдохнут. Ну, типа, заверяют водонепроницаемые. Поперли. Вы слышите это? Это пиздец, блин. Это вот кому, ихтиандрам. Действительно, да, действительно водонепроницаемые. Так, ну-ка их влажные в уши. Ничего, нормально. То есть мембрана не забита, ничего. То есть как звучали, так и звучат. И вот, блин, звукоизоляция мне в них нравится. И сейчас у меня, правда, уши мокрые. В общем, да, не спи, не соврали. Действительно водонепроницаемые. Вы это слышите? После всей этой экзекуции они спокойно работают. То есть в воде они пролежали, не знаю, сколько тут, 3-4 минуты, да? Спокойно лежат и, как вы слышите, они играют. Вопросов больше нет. Да, не соврали. То есть новая версия Sport отличается от обычной тем, что они еще влагозащищенные, то есть в круговую. Вот, если ты не можешь расстаться своей музыкой, и ты даже идя в душ, в ванную, хочешь слушать музыку, вот, это для тебя. То есть если ты хочешь заниматься плаванием, в это время слушать музыку, тоже для тебя. То есть подрубил все это дело, телефон положил на, как говорится, там полотенец где-то или куда-то там, опять же, какой-нибудь водонепроницаемый лучше, если вокруг вода. И пошел себе, занимаешься плаванием вот в этих самых наушниках, не боясь, что они сдохнут. То есть можно нырять, можно плавать, можно, я не знаю, в душ ходить, в ванну. А что еще можно делать? Ну, что? А, вот, ну да. И еще один немаловажный момент, это шок-тест. Так, готово? Ну что, погнали. Я думаю, все понятно. Ну а для того, чтобы получить точно такие же наушники абсолютно бесплатно, тебе нужно проделать всего лишь 4 действия. Поставить лайк этому видосу, написать абсолютно любой комментарий снизу под этим видео, ну, желательно ссылка на соцсеть, где с тобой будет проще связаться, когда ты выиграешь эти самые наушники. Третье, это подписаться на канал Распаковка 2 Паковка, собственно, на котором ты все сейчас дело смотришь. И четвертое, подписаться на канал Инспектор Гаджет с магазина, который любезно предоставил вот эти самые наушники для видео, и который, собственно, будет и разыгрывать точно такие же уши среди подписчиков. И 31 октября мы с вами разыграем данные наушники. Ушнички на стриме, как обычно, на канале Распаковка 2 Паковка. Тут неделя осталась, в принципе, да? В общем, как-то так. Вот, блин, прикольные наушники. Первой версии я не юзал вообще. Я не знаю, что это такое, но многие их нахваливали. Прям говорили, классно, классно. Мне в руки сразу попала версия Sport, которая, блин, и в огне не горит, и в воде не тует. Ну, вы сами все прекрасно видели. В ушах сидят хорошо, звучат достойно. Bluetooth уже 5.0, блин, далеко бьет, до 100 метров. И еще они, блин, можно в воде, блин, находиться. Это вот для вас, меломаны, которые любители поплавать, там, не знаю, в ванну попринимать с музыкой и не боясь, что эти наушники у вас сдохнут. Нет, не сдохнут. Отлично все. Ну, вот как-то так. Но я вам желаю удачи и пока.